Согласно данным нового доклада ООН, американцы больше не являются самой толстой нацией в мире. Пальму первенства в этой категории у них перехватили мексиканцы. Согласно данным авторов доклада, избыточным весом в Мексике страдает почти треть взрослого населения. США опустились на вторую строчку рейтинга. На третьем месте Сирия, четвертой разделили Венесуэла и Ливия. Кроме того, в десятку самых тучных стран попали Тринидад и Тобаго, Ирак, Аргентина и Турция. Стоит отметить, что доклад ООН не учитывает данные по острову Самоа, 95% жителей которого страдают избыточным весом. Россия в этом списке разместилась на 19-й строчке вместе с Великобританией. Ну а самой стройной нацией оказались японцы.